Что такое адвент-календарь? Адвент-календарь – это календарь ожидания какого-то события, дня рождения, Нового года, Рождества, приезда любимого человека, бабушки, брата, крестной, друга или еще кого-нибудь. Как правило, составляется для ребенка, потому что ребенку сложно оценить, сколько осталось дней до события. Бывают разные формы адвент-календаря. У нас адвент-календарь до Нового года в виде домика, ведь у нас семейный канал. Высота нашего домика 90 см, ширина 80 см, и домик разделен на 30 ячеек. И 31 ячейка – это крыша, то есть 31 день до Нового года. В каждой ячейке на каждый день лежит коробочка или мешочек с сюрпризом и заданием на один день. Наш домик из картона, помогал делать его дедушка. Ой, так здорово! Классно! Дедушка делает адвент-календарь нам. Дедушка, помаши рукой. Привет. Далее картон я обклеила цветной бумагой, рисунками детей. Но в итоге, когда закончилась бумага и рисунки, крышу пришлось обклеивать старым детским журналом. Получилось даже интереснее и веселей. Края и ребра картона я обклеила клейкой бумагой. Вот так. Теперь понятно, что такое адвент-календарь. А теперь из чего состоит наш календарь? Коробочки, наполнение и сюрпризы. Адвент-календарь из того, что было. Для начала немножко про коробочки. Туда я буду упаковывать подарки и задания. Так, вот видите, у меня тут все, вот это вот, все коробки, которые я буду использовать. А теперь самое приятное. Как будто бы всего так много, так все вкусно, столько конфет, но на самом деле 30 дней, трое детей, этого, ну так, скажем так, на 30 дней, да, я думаю, что хватит. Я буду сейчас это распределять по коробкам и задания. В коробочке лежать вот такое задание и какой-то сюрприз.